Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хотел бы вам рассказать о том, то, что у меня появился новый промокод, и вы теперь можете вводить и получать за это деньги. То есть вам всего лишь нужно прописать /mm, сибой пункт промокод, указать друга ютубера и вводите мой новый промокод Полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч, вам всего лишь нужно будет вкачать уровень, а вкачать уровень очень легко с помощью квестов. Поэтому берите, вводите мой промокод, качайте уровень и забирайте свои деньги. Этих денег вам хватит, чтобы купить себе квартиру, машину, одежду и просто с кайфом начать играть в данном проекте. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня снова все на проекте Мазихули Плей. Это второй сервачок, все ссылочки есть в описании под видео, заходите, смотрите и, конечно же, начинайте играть вместе со мной. Но в этом ролике, пацаны, я вам покажу, какую мы купили компанию, расскажу, зачем мы ее купили, что мы будем делать, где она там находится и так далее. Также в этом ролике я вам покажу свои успехи по скиллу дальнобойщика, то есть какой я вкачал скилл за один день. Ну и, конечно же, поработаем дальнобойщиком, поболтаем там, поразговариваем туда-сюда. Да, я думаю, то, что вам такое видео понравится. Я вам обещал, что мы купим компанию. Мы, в принципе, это сделали. Но я, конечно же, всех вас приглашаю играть вместе со мной. У нас есть теперь особняк, есть машины, есть теперь компания. То есть, реально, есть все условия того, чтобы вам было с кайфом играть. Поэтому все просто, кто желает, приходите на второй сервак. Я вас приму в семью, приму в компанию по желанию. Поэтому все будет красиво, все будет круто. Также не забывайте, конечно же, подписываться на канал, потому что я хочу до Нового года добить 22 тысячи подписчиков. И давайте постараемся на этом ролике набрать 200 лайков, потому что, пацаны, я очень стараюсь, я пытаюсь выпускать видосы каждый день, также стараюсь делать каждый день стримы, поэтому мне от вас нужна очень хорошая отдача, то есть активность. Поэтому, пацаны, не жалейте лайки, пишите комментарии. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, дамы и господа, вот наша транспортная компания, которую мы купили буквально несколько часов назад. То есть она полностью стоковая. Мы ее купили с ГОСа за 30 миллионов рублей. Данная компания сейчас находится на Америкосе, потому что он ее купил на себя, потому что у него есть скилл, который позволяет ему это сделать. Как бы это в целом наша компания, но купил ее Америкос. В принципе, как и особняк семьи там и так далее. Поэтому Америкосу реально очень большое спасибо. Если бы не он, я не знаю, что бы я делал, потому что, ну, реально он очень хорошо мне помогает. Ему реально очень большое спасибо. То есть вот эта компания, мы выбрали очень хорошее место. Это получается Батырево, а конкретно Дороговичи. То есть место реально хорошее. Здесь рядом есть еще 24/7. Можно будет сразу там пойти покушать, купить ремочки и поехать, получается, работать. То есть место реально очень хорошее. Здесь реально много точек рядом. То есть вы можете поехать, допустим, в порт можно поехать в Батырево, можно поехать на карьер, на лесорубы. То есть можно поехать еще на ферму. Реально очень много просто мест, куда вы можете поехать и взять рейс и работать. Но, к сожалению, пацаны, у нас здесь не будет пока что магнумов. Пока что мы будем принимать в компанию тех, кто желает работать на Volvo. И мы очень хотим, чтобы у нас работали лички. То есть, основная задача сейчас у нас, это набрать именно лички, которые будут у нас работать. Если вы вдруг там хотите у нас работать, либо будете там переводиться, допустим, на сервак, то есть мы спокойно можем вас принять в компанию, и вы будете получать хорошую зарплату. То есть, наша цель, это накопить 100 наград и сделать обмен наград. И потом, когда мы сделаем обмен наград, у нас будет уже деньги, и мы купим в компанию магнумы. Но пока что у нас в компании будет только Volvo. Я, пацаны, никого не заставляю. Кто желает там, допустим, прийти к нам поработать на Volvo, то есть без проблем. Никого мы заставлять не будем. То есть, если у вас есть желание просто пойти и работать на Volvo, мы можем без проблем вас принять. Но главная задача, это сейчас найти личик. Вдруг вы там играете на первом, на втором, на третьем серваке там и так далее. То есть, можете приходить к нам в компанию, будем вместе работать, зарабатывать награды и потом вам платить хорошую зарплату. То есть, конечно же, кто будет хорошо работать, тот будет хорошо получать деньги. Я думаю, это все понятно. Если вы ленивый человек, то лучше к нам в компанию идите, потому что мы реально хотим сейчас очень хорошо работать и постараться забирать каждую награду. То есть мы хотим за месяц накопить 100 наград. Пока что у нас в компании немного людей, то есть мы забрали пока что только одну награду. То есть вот, да, мы одну награду уже забрали. У нас в компании всего 10 человек, 5 личек пока что. Пока что будет 5 личек. Самая главная задача пока что это именно взять и накопить 100 наград. Я так посмотрел то, что компании особо немного, то есть есть только
как одна компания, которая нам конкурент. Это Мороз Экспресс. Остальные компании, как видите, не работают в основном. Если есть желание поработать на Volvo, мы вас тоже без проблем можем принять. Только реально нужно работать. Не нужно просто так занимать место. Я вас реально очень сильно прошу. Если вы идете в компанию, то, пожалуйста, работайте. Хотя бы там, знаете, сделайте там рейсы, покатайте нормально, заработайте для себя бабок. Я еще забыл сказать о том, что у нас будет стоять процент, точнее 12. 12 будет процент. Это сделано для того, чтобы компания не уходила в минус. Потому что если у нас будет процент 1, то это будет невыгодно, понимаете? Мы будем просто уходить в минус, и даже с тех же наград мы заработаем намного меньше. Если у вас есть желание, если у вас есть личная фура, то приходите к нам, вы будете получать реально очень хорошие деньги, и мы вместе с вами будем зарабатывать и развивать нашу компанию. Да, я знаю, пацаны, слабенько, но постараюсь исправиться, будем еще на стримах рейсы катать, сейчас еще поедем покатаем, то есть на самом деле скилл качать очень легко, то есть 25 рейсов это не так уж и много. Я хочу постараться до нового года качать 50 скилл дальнобойщика, я надеюсь, что у меня это получится, то есть я работаю на личном газоне, как бы меня все устраивает, на нем очень комфортно работать. На самом деле, пацаны, если вы реально хотите нам помочь, либо хотите хорошо заработать и комфортно просто катать рейсы, второй сервак, пацаны, лучше просто решение для вас, потому что, во-первых, здесь не так уж и много дальнобойщиков, здесь всегда есть хорошие рейсы. Во-вторых, на втором серваке нету ни одного радара, то есть вы сможете реально быстро передвигаться, просто гонять, зарабатывать бабки, качать свой скилл и помогать как раз нам. Нихера себе, тут пацанчики на Бугатте подъезжают, хотят нам в компанию поработать. Бля, реально, подписчики, пацаны, блять, я вас просто люблю, вы у меня реально самые лучшие. Вот реально, просто от вас такая поддержка идет. Я, пацаны, реально, в какой раз уже убеждаюсь, то что у меня реально самая просто лучшая аудитория. Лучше просто не найти. Вы все равно смогли меня, как бы, знаете, простить, меня понять. И просто реально заряжаете меня энергией. И мне хочется снимать каждый день и делать стримы. Ой-ой-ой-ой. Извиняюсь. Мадмуазель там какая-то. Так, а что она от меня хочет? Что-то я немножко не понял. Когда видео новое? А, видео уже вышло на канале. Минут 20 назад. 20 назад. Через часик. Окей, звучу, да. Давай. Давай. Да, работаю. Да, работаю. Понятно. Давай. Удачи. Ебать, я думал, то, что эта девушка, это мой подписчик оказался. Не, ну это жестко, когда, типа, знаете, там, скин девушки, не к девушке, а по итогу играет просто пацан. Ну, я ничего как бы против не имею, пацаны, но это немножко странно. Но в любом случае, как бы, я люблю всех моих подписчиков, которые они бы не были. Поэтому, в принципе, все нормально. И максималочку набирает не особо так и хорошо. Но, пацаны, в любом случае, своя фура, точнее, свой газон, это очень хорошо. Потому что, как бы, ну, мне на нем реально комфортно работать. Это намного лучше пока что, чем Магнум. Конечно же, в будущем, пацаны, я хочу себе Магнум. Понятное дело, то, что нельзя получить все сразу, пацаны. Но это невозможно просто, в любом случае. Даже если ты ютубер, ты все сразу не можешь получить. То есть, мне в любом случае придется работать, тратить свое время, снимать для вас контент там, и так далее. То есть, в любом случае, я не могу получить все сразу. То есть, так было бы неинтересно. Я думаю, вы сами это понимаете. Для меня сейчас главное, чтобы у меня была машина с аудио, чтобы можно было покататься. И чтобы была хорошая машина для работы дальнобойщика. Все, мне больше ничего, пацаны, не надо. В идеале, конечно же, еще купить коттедж для того, чтобы чинить целостность. Но в любом случае, пацаны, будем над этим работать. Я, конечно же, хотел бы E60 себе, BMW M5 E60 с аудио. Очень бы себе сильно хотел, прям очень, пацаны, хочу. Прям, ну, пиздец, реально мечта. Просто реально мечта, потому что BMW M5 E60 это мой просто самый любимый кузов. И она мне очень сильно нравится. Но BMW M5 E60 с аудио стоит 70 миллионов рублей. Мне Range Rover дал пока кататься Мерикос, то есть это не моя машина, я просто на ней езжу, как бы слушаю музыку. Давай-давай, зелененький, опа, полетел, родной, полетел, полетел, захотел красивых тел. Кирюха залетел, захотел красивых тел, на хуе он всех вертел. Бать, газоны разъездились, ебать. Три газона подряд просто едет. Ух, ебать, бочком, ебать, дрифт. Давай, бартанчик, газуй. Ну, походу, у него третий чип, кстати, потому что он что-то меня бодро обогнал вообще. Как будто я стоял на месте. Да, походу, у него с третьим чипом газончик. Я тоже так бочком могу, ебать. Та ты шо. Да, по-любому, у него третий чип.
Потому что ебашит он нормально. Газует нехуй делать, пацаны, я так скажу. Просто ракета полетела, ебать. У него по-любому на рейскилл нормальный, скорее всего. На газончике пацан летает. Я тоже хочу себе третий чип, пацаны. Подгоните третий чип на газончик по-братски. Ну что ж, дамы и господа, на этом я буду заканчивать. Надеюсь, вам понравилось это видео. Мы поработали для набойщиком. Я вам показал свои результаты, какой у меня скилл. Также я показал компанию, которую мы купили. Поэтому, пацаны, всех вас буду ждать на втором серваке. Все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео. Приходите к нам на второй сервак. Я вам буду очень сильно рад. Мы вас можем принять в ФОМУ, можем принять в компанию. Будет реально все красиво. Также не забывайте, конечно же, подписываться на канал, потому что очень хочется, пацаны, до Нового года добить 22 тысячи подписчиков. И только вы мне в этом можете помочь. Ну и, конечно же, давайте постараемся на этом ролике на 200 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.